Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Лилия Горопаха, и я рада приветствовать вас на моем канале. В этом видеомастер-классе мы с вами сделаем очень красивую снежинку, которая подойдет не только как украшение для елочки, но и как украшение для ободка или заколочки. Итак, что нам для этого понадобится? Конечно же, ленточки. Ленточки у нас сегодня из парчи. Шириною 1 см, 5 см и 4 см. Также нам нужна будет сегодня ленточка белого цвета атласная шириной 4 см и декоративная ленточка в сеточку шириной 2 см. Нужны нам также будут и стразики на клейкой основе. Фетровая основа в диаметре 4 см, ну и любая серединка, которая вам нравится. Из инструментов нам нужны будут сегодня клеевой пистолетик, ножницы, линейка, пинцет, зажигалка или свеча. Итак, дорогие друзья, приступим к работе. Итак, дорогие друзья, для того, чтобы сделать лепесток прелесть, мы берем ленточку из парчи шириной 5 см и нам понадобится 2 отрезочка по 5 см. Ну и, конечно же, обжигаем. Смотрите, обжигайте осторожно, так как ленточка из парчи не плавится, а сразу горит. И вот таким вот легким прикосновением огонька мы всего лишь можем ее оплавить. Итак, у вас есть два квадратика, мы складываем их по диагонали, соединяем. Равняете уголочки. И одни из вот этих кончиков нам нужно заплавить. Тоже соединить их вместе. Очень осторожно. Теперь, дорогие друзья, мы приступаем к изготовлению лепестка. Итак, одну из сторон мы складываем. Вот так вот. Подводим сначала одну и отворачиваем. Вот таким вот образом, делая вот тут вот зигзаг. То есть складываем складочку. И точно то же мы проделываем с другой стороны. У вас получился вот такой лепесточек. Теперь вспоминаем, как мы делали лепесток прелесть. Загинаем эту сторону и подводим к основной стороне. Точно то же проделываем с другой стороны. Вот так вот подогнули и подвернули. Поравняли вот тут вот стороны. Они должны быть все параллельно. И у нас получился вот такой лепесток. Если у вас все-таки отошла немножечко ниточка, вы должны ее оплавить. И вот такой вот лепесточек, дорогие друзья, у нас получается. Теперь мы переворачиваем на бочок. Все лишнее отрезаем. Зажимаем пинцетиком и заплавляем. Дорогие друзья, таких лепестков нам понадобится 7. Теперь, дорогие друзья, нам нужны отрезочки из ленточки в сеточку. Итак, мы смотрим наш лепесток, сколько сантиметров он имеет по длине, по центральной линии. Итак, он имеет 5,5 сантиметров. Значит, где-то приблизительно я взяла отрезочек 5 сантиметров. Итак, мы складываем его лицевой стороной по длине пополам. И нам нужно вот так вот сделать срез. Затем зажимаем пинцетиком и заплавляем. Заплавили. И теперь выворачиваем. У нас получилась вот такая вот заготовочка. Теперь, дорогие друзья, мы берем лепесток прелесть
накладываем другой лепесточек поверху и вот так вот как бы обнимая лепесток, присоединяем наш лепесток из сеточки. Вы можете это как подклеить, так и припаять таким вот образом. И таких лепесточков, дорогие друзья, нам понадобится 7. Итак, дорогие друзья, когда вы сделали все ваши лепесточки, мы берем фетровую основу в диаметре у меня 4 сантиметра, разогреваем клеевой пистолетик и начинаем подклеивать наши лепесточки. Как вы видите, я подклеиваю не только снизу, но и с той стороны, где у нас лепесток соприкасается с другим лепестком. Ну и последний лепесток мы намазываем клей как снизу, так и по обе стороны. Итак, дорогие друзья, у вас получилась вот такая вот заготовочка, уже очень красивая, не так ли? Теперь, дорогие друзья, нам понадобятся лепестки импровизация. Итак, дорогие друзья, теперь нам понадобится ленточка 4 сантиметра шириною и отрезочки 8 сантиметров. Вы отрезали отрезочек 8 сантиметров и обожжем его с двух сторон. Точно такой же отрезочек ленточки из парчи нам нужен шириною 1 сантиметр. Берем ленточку шириною 1 сантиметр и вот так вот с одного края его припаиваем к основной ленточке. Затем обрезаем по длине атласной ленточки и припаиваем с другой стороны для удобства. Затем мы складываем вдвое, намечая серединку. Это мы делаем с вами лепесток импровизация. Я вам напоминаю, как его делать. Вы загинаете с одной стороны вот таким вот образом до диагонали нашего квадрата, вот так, с обеих сторон и складываем лишь затем. Складываем, поправляете, чтобы уголочек был ровненький. У вас получился вот такой лепесток. Потом вот эту сторону сзади вы вот так вот прижали и подвели к центральной стороне. Вот таким вот образом у вас получился вот такой лепесточек. Теперь вы поворачиваете на бочок и срезаете вот таким вот образом. Затем мы зажимаем и заплавляем. Вы заплавили, и у вас получился лепесток импровизации. Таких лепестков нам тоже понадобится 7. Итак, дорогие друзья, вы сделали все лепесточки импровизации. Теперь мы берем клеевой пистолетик, и нам нужно наши лепесточки подсоединить вот так вот поглубже. Мы наносим клей с обеих сторон и как бы поднося вот так вот из-под низу, мы вклеиваем наши лепесточки импровизации. Вот так вот. Итак, дорогие друзья, вот такая красота у нас уже начинает проявляться. Теперь нам нужно 7 квадратиков, 4 на 4 и 7 квадратиков, 4 на 4 ленточки из парчи. Из этих квадратиков мы складываем их вот такими вот поменьше треугольничками, для того, чтобы сделать двойной остренький лепесточек канзаши.
запаяли, и здесь мы срезаем вот так вот. Вы срезали, и здесь мы просто оплавляем. Таких лепесточков нам тоже понадобится 7. Итак, дорогие друзья, мы сделали все 7 остреньких лепесточков двойных, но прежде чем их наклеивать, нам нужны будут наши миленькие стразики. И мы берем клеевой пистолетик, я отрываю полосочку стразика, и нам нужно на сеточке по вот так вот рубчику, я наношу клей и аккуратненько подклеиваю стразики, вот так вот. И провожу по всей длине, вот так вот я наношу клеевую полосочку и подклеиваю наши стразики. Так вот по всей длине и обрезаю. Можете не доходить до конца, так как у нас эти лепесточки будут закрывать вот тут вот немножко, но в промежутках их может быть заметно. Так что смотрите по желанию, можете доходить до конца, а можете и не доходить. И эту процедуру мы проделываем со всеми лепесточками. Итак, дорогие друзья, когда вы подклеили все наши стразики, у нас получилась вот такая вот красота. Теперь, дорогие друзья, мы приступаем к подклеиванию наших лепесточков остреньких. Итак, мы наносим с изнанки клей и подклеиваем между вот так вот лепесточками. Итак, дорогие друзья, наша снежиночка готова. Ну и теперь, дорогие друзья, нам осталось подклеить только серединочку. Серединки у нас вот такие небольшие, как видите. Или вы можете подклеить вот такую вот побольше, или с жемчугом, так как у нас присутствует и белая ленточка. Ну и вот, мне кажется, мне нужно остановиться на этом варианте. Выглядит очень красиво. Итак, дорогие друзья, я наношу клей на серединку и подклеиваем наш центр. Итак, вот такая вот красота, дорогие друзья, у нас сегодня с вами получилась. Все ссылочки, как сделать такую серединку, как сделать все лепесточки, еще я оставлю под этим видео. Ну, а на этом я закончу свой видеомастер-класс. Если вам был он полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Делитесь, конечно же, такой красотой и такой идеей со своими друзьями. А я желаю вам творческих успехов и до новых встреч. Всего вам доброго!